«Единая Россия» организовала эстафету добрых дел. Партия поздравила Владимира Путина не словом, а делом. Одинцовские активисты подготовили к отправке очередной гуманитарный груз. Топоры, лопаты, газовые баллоны для плиток, средства гигиены, одноразовую посуду, теплые носки, балаклавы, продукты и письма от школьников. Помимо депутатов-единороссов, в акции приняли участие молодогвардейцы и сторонники партии.